Доброе утро. За окном, как видите, еще темно. На часах уже 7:30. Так что я встаю и начинаю свой новый день. 4-й день в санатории Алуштинский. Голос хрипит у меня. Вообще горло побаливает уже так основательно. Сегодня спала, вот видите, даже под 2 одеялами с обогревателем. Сейчас буду подниматься, собираться. У нас как раз воду в 7 часов включают горячую. Вот, так что можно будет принять душ. Хотя, честно говоря, вот в таких условиях, вот так вот как-то бр-бр-бр. Вот. Сегодня планирую поснимать, что получится, где получится, чтобы показать свой день. Потому что меня просили, как все здесь складывается. Вот, так что, если интересно, пожалуйста, приглашаю посмотреть. Вот прогноз погоды. Сейчас 9, днем 11. Вероятность большая, что будет дождь. Из процедур у меня сегодня, по большому счету, только грязелечение. Не знаю, пойду первый раз. Я помню, что вы просили рассказать о лечении, о тех процедурах, которые назначили, и как они проходят. Потом планирую сделать отдельное видео. Но сегодня вот попытаюсь там что-то на грязелечении, если будет можно, засниму. А там сзади меня, это вот такой вот обогреватель мой, выдали мне дополнительный. Он ужасно шумный, но тепло от него идет. Без 5:08. Иду на завтрак в столовую. Дождь моросит. Народ потянулся. Завтрак с 8 до 10. Народу пока мало. Так, напиток кофейный без сахара. Каша пшённая на воде. Каша молочная. Геркулесовая. Геркулесовая. Вареники с картофелем, каша кукурузная, яблоки запеченные, омлет с морковью, бутерброды горячие и просто омлет. Сыр, колбаса, даже расписанный. Блины. По-моему, больше на пончики похоже. Здесь у нас хлеб местный и выпечка. Вот такая. Масло сливочное, колбаса, морковный салат. Сметанка мне тут нравится, вкусная. Всем нравится. Мимо блинчика я не прошла. 9:00. Рассвело уже, а дождь не прекратился, моросит. До процедуры у меня еще 2,5 часа. Пойду-ка я прогуляюсь по городу. Магазин. Зайду, посмотрю, есть ли здесь сода. Вот она, сода. 45 рублей. Угу. И, кстати, рядом соль. Так, посмотрим цены, да? Высший сорт 45 килограмм. Соль щепотка экстра йодированная 45, это уже полкило. Так, Илецк высший сорт 23, тут вот 900 грамм 30 рублей. И вот моя любимая всякая 42 рубля, тут видите, адыгейская с красным перцем чили. Острая аппетитка грузинская. 5 перцев. Так, что же мне отсюда соль, что ли, тащить? Так, смотрите, сахар со скидкой 800 грамм 63 рубля. Фасованный. Москва. О, кажется, закрыто. Это коктейль-бар. Ну вот, новогодние украшения уже появились. Так странно это смотрится вместе с дождиком.
и бесснежным тротуаром. А вот этот знаменитый фуд, продукты у дома. Недавно подошла к аптеке, а там на двери объявление. Вход через фуд. Я человек 5 спросила, прежде чем поняла, что такое фуд и как через него войти. Оказывается, магазин. Говорят, что это типа вот привычный для нас Пятерочки. О, укрытие. Интересно. Попробуем зайти. Так, время работы с 9 до 20. 1000 рублей для взрослого билет. Пенсионерам скидка 20%. Детям до 12 лет 700. Меня зовут Маргарита. Я рада приветствовать вас в нашем парте. Я вам расскажу о нашем парте «Миниатюр». Пожалуйста, посмотрите, это Симферопольский железнодорожный вокзал. Создан он в 50-х годах прошлого столетия немецкими военнопленными по проекту архитектора Алексея Николаевича Душкина. По-моему, это здорово. Увидеть в одном месте наиболее значимые крепости, дворцы, храмы, мечети, дома известных личностей. Антона Павловича Чехова, его знаменитая белая дача в Ялте. Построен он был за 10 месяцев в конце 19 века. Чехов провел здесь последние 5 лет своей специально жизни. Специально для Чехова? Да, Чехов тогда купил здесь участок земли, выстроил этот дом. Будете в Алуште, советую посетить этот музей под открытым небом и послушать интересный рассказ Маргариты. По пути попался аптечный киоск. Ну вот такие леденцы купила. Шалфей липа способствует уменьшению раздражения с бактериальным эффектом. Российский производитель, Московская область. Слышите, птички как засвистели, радуются. Дождик-то почти закончился. И теперь я уже по улице Октябрьская двигаюсь к санаторию. Вот от проходной. И вот так поднимаюсь в лечебный корпус. Даже никогда еще тут не ходила. Новым путем идем с вами. Завернули. Грязи принимаю. Тепленько так, хорошо. Своему городу пожаловалась, попросила сделать какие-то процедуры. Она мне назначила УФ. И я прям очень удачно так успела сделать. Теперь надо до столовой дойти на обед. Ну, как-то голос стал получше. А дождь опять разошелся и даже сильнее, чем был с утра. На обед пришла без 22, позже. И в результате вот что удалось ухватить. Щи зеленые. Это курица с овощами тушеная. Салат, дайкон с морковью. И вот взяла кильки попробовать с маринованным луком. Посмотрим. Килечка не очень. Еще раз эту красоту вашу сниму. Как? Вот это вот джинсики на флисе. Черные. А чье это производство-то? Как? Китайское. А. Так, на резиночке очень удобно. Натянул, завязал. Мне такие нравятся варианты, чтобы просто и легко. На московскую зиму. Как вы считаете, нормально? А шумит это вот так мой обогреватель. Ветродуй. Его я тоже использую на благо. Вот куртку повесила сушить. Очень удобно. Высыхает.
Смотрите, какой дождь. Все больше расходится и расходится. Это я со своего балкончика выглядываю. Понимаю, что мне туда, наверное, вообще не стоит сейчас идти. Пополощу-ка я горло содой. Стола у меня нет. Телевизор использую. В общем, до ужина я так никуда и не вышла из номера. Лежала, вон чай пила, содой полоскала горло, в нос капала, потому что ничего другого нет, и даже до аптеки идти не хочу. Боюсь, что еще больше только это все разойдется. Слушала настрой Сытина от вирусов и инфекций. Слышали о таком? Георгий Николаевич Сытин, между прочим, доктор медицинских, педагогических и психологических наук. Сытин создал уникальный метод словесно-образного, эмоционально-волевого убеждения. В общем, решила попробовать. Да, вот это его самовнушение на уничтожение вирусов и инфекций. Не хочется чувствовать себя разбитым. Будем надеяться, что настрой Сытина поможет. Спасибо всем, кто провел со мной этот день. Тем более, что у нас с вами общение такое безопасное, да? Я надеюсь, что через интернет, через YouTube микробы еще и бактерии не научились проникать. Вот. Поэтому всем желаю, конечно, здоровья, еще раз здоровья, и себе тоже желаю. Очень надеюсь на то, что мои усилия и настрой Сытина поможет. Вот. И завтра я буду чувствовать себя уже гораздо лучше и проведу вот этот день так, как и планировала. Ну и вам тогда расскажу. Ну, вы тоже, пожалуйста, поддержите меня вашими лайками, комментариями. И до встречи в новых видео о моих алуштинских приключениях. И обязательно, конечно, будет серия видео о условиях пребывания вот по социальной путевке для пенсионеров в санатории. Здесь и питание, и проживание, и программа лечения. Ну и, конечно, расскажу о каких-то возможностях экскурсионных. В общем, что-то еще, если забыла, пишите в комментариях. Постараюсь подготовить видео так, чтобы ответить на все-все ваши вопросы.